А тебе нужно что-то из этого? Давай я ключ тебе тогда. Или как? Или мне, пусть у меня. Мне без разницы, как тебе лучше. Ну ты убегаешь сейчас. Ну я побегу вниз, да. Да, я побегу вниз, чтобы у гостей там ударение. Да можно, если бы там. А где ты взял? А вот напротив, где судейская. Я что-то сразу не решился тебе предложить. А ты две полторяшки запасся. Это мне дал Волжин. Говорит, вы что, наверху двое, да. Говорит, ну бери. Не Волжин, не Михеев. Он Волжин унес и потом отдал мне. Смотри, что за аттракцион такой невиданный. Щедрости, да? Ага. Ну ладно. Пускай будет. Еще один там есть же, да? Тут два есть. Я к тому, что если надо, я могу еще удлинитель воткнуть. Не-не-не, ничего. Я уже знаю, что тут есть, я уже не беру все свои причиндалы. У нас все по стандарту, да? Да. Заканчиваем, спускаемся вниз, пишем игрока, тренера. Потом обзор, как у тебя по готовности. Интервью все четыре отдаем UFL и всем заинтересованным лицам. В YouTube заливаем Костенко. На Яндекс.Диск и просто в соцсети игрока. Да, игрока публикуем завтра. Костенко и обзор сегодня. Костенко я подверстываю к новости. Обзор просто отдельно даем. Обзор сегодня, да? Ну как, можешь завтра, если тебе напряг сегодня что-то там, как бы это не горит. Можно завтра его дать. Да я такой, что. Я просто знаю, что ты сторонник того, что по-быстрому сделал и забыл, да. Вот поэтому я сегодня из этих соображений, что ты сегодня сделаешь. Потому что если ты сегодня его зальешь, тогда его надо сегодня будет там и в соцсети запостить по-хорошему. А если ты его завтра зальешь, то можно и. Меня завтра припахали. Ну вечером же финал. Этот, да? А еще днем 9-й год будет играть. То есть желание, то есть. Младших. Основу притащили, эти малыши все приехали. Мне сегодня больше, скажу, мне сегодня звонит Роспотребнадзор и говорит, к вам приехали команды из ЛНР, мы Роспотребнадзор, сообщите нам, где они будут жить, чем питаться, сколько у вас проведут. Я честно не знаю, что, кого, чем, к чему. А ты при чем здесь? Ну, видимо, кто-то им дал мой телефон, как пресс-атташе. Твой контакт есть, да, кому звонить? А вот есть телефон. Ну, типа, звоните, да. Ну, я позвонил Ване, спросил, перезвонил и рассказал. Ване говорит, ну, все, спасибо. Нам просто нужно учесть данные. Ну как Роспотребнадзор работает, я знаю. Я также короной болел. Я перед гандболом, перед матчем Лиги Чемпионов, чтобы в чистой зоне работать, сдал тест в пятницу. Отработал в субботу в чистой зоне гандбол. В понедельник чемпионат России по борьбе. Там писали Аракеляна, тысячи человек. Во вторник отработали второй день чемпионата России по борьбе. В среду утром мне звонит Роспотребнадзор и говорит, Александр Александрович, вы на самоизоляции? Я говорю, нет. У вас же тест, говорит, положительный. Я говорю, я сдавал в пятницу. А какой у вас круг контактных лиц? Я говорю, ну примерно несколько тысяч человек. А, ну ладно. Ну тогда с сегодняшнего дня мы на самоизоляции. Я считаю зрителей, да? Ну да, да. А то как чумак, да? Ну я реально везде ходил. То есть я об этом узнал только когда мне через 4 дня, там, грубо говоря, позвонили.
из Роспотребнадзора и сказали, что вообще-то, Саня, ты приболел, да, чуть-чуть. Так. Готово. Я душу. А, хочешь? Я пойду заберу.
А мы сейчас, мы видео снимем, мы пообъектируем деятельность, или мы дождемся начала матча, как мы сделаем? Начало мне куда уже идти? Ну вот, тогда просто мы сядем, сидя в фото, или что, поговорить, или нам что-то поговорить в микрофон. Вы здесь будете? Да. Ну, Марина выйдет потом. Я сейчас быстро айфон, еще фото. Так. Вот еще какой момент. Я вот сейчас набираю. Мне как раз написал Никита, я как раз... Давай. Так. Телефон есть у тебя с собой же? Да. Ставь на беззвучный. Уже. Ну, на всякий случай, потому что потом... А, ну уже, в смысле, поставил, да? Да. Хорош. Как вас называть? Да, Александр. Хорошо. Александр просто и... Ну, по отчеству точно не надо. Это как бы, ну, один момент. Второй, если мы будем там, ну, мы можем, ты ко мне можешь обращаться на «вы», если тебе так удобнее. Я могу к тебе тоже обращаться на «вы». Мы такие будем два деловых комментатора. Вот. А в любом случае даже, ну, там, и с отчеством, это если, знаешь, ну, там, совсем какой-нибудь там, не знаю, Евгений Серафимович Ловчев сидит в эфире, например, и ты понимаешь, что он совсем дедушка, тогда ты к нему там на «вы» и обращаешься. А так между плюс-минус в каком-то диапазоне возрастном можно без отчества. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на матче 11-го тура Юго-6-й футбольной лиги «Зона Юг», группа «П». Матч между футбольным клубом «Чайка» и футбольной школой имени Леонида Слуцкого. Составы команд. Начнем с состава гостей. Номер 98 – Тимофей Коваленко. Номер 17 – Григорий Архип. Номер 15. Матвей Аслонян. Номер 6. Ну, Макар составы Кирилл. Я прочитаю. Номер 13. Алексей Ковалевский. Номер 27. Иван Новиков. Номер 19. Иван Рубцов. А ты, я сейчас не посмотрел, не глянул состав на первую игру первого круга. Ты играл? Да. Ты в старте был, да? Угу. Ну, вообще огонь. Тренерский штаб футбольной школы имени Леонида Слуцкого. Константин Валерьев, Алексей Суремов, Владимир Чекунов. Меняли тебя, не меняли? Я открыл вкладку, но он не, пока не глянул. Да, меняли. В середине Илья второго тайма. А, ну и потом мы пропустили два. Поменяли Амосова и тебя, и мы пропустили два. Рафмир Батасов. Номер 19. Константин Дебушевский. Номер 22. Савелий Ковчев. Номер 9. Денис Кондрашенко. Номер 8. Даниил Левко. Номер 26. Артем Сталюк. Номер 17. Иван Старков.
Никита Стрельцов. Номер 20, Аметис Яталя. Должен появиться, когда они пойдут. Пока вроде бы нет. А чё? А, не пускайте. Главный судья. Подошел к инспектору. Не заходил. Говорит, хорошо, будет. Я, говорит, даже у тебя видео играть не буду. Обиделся. А в перерыве что? В перерыве отдыхаем. Молчим, болтаем. Говорим, что хотим. Пьем водичку. Да, кстати, как учили. Вода есть. Целая полторашка, можешь... По экрану. Мы, в принципе, можем встать с тобой. Я смотрю иногда не на экран, а стоя туда.
ходу трансляции. Есть там заметные изменения. Нет, ну, по сути, троих игроков основного состава по разным причинам. Один из этих игроков сегодня дебютирует в новом для себя амплуа. Никита Семенов, защитник, получивший красную карточку в Волгограде в матче против другой команды, против Ротора, два матча назад, вместе с карточкой двухматчевую дисквалификацию. Сегодня как раз вторая игра, и Никита не просто будет наблюдать за ней с трибуны, а дебютирует на комментаторской позиции. Меня зовут Александр Боровков, и вместе с Никитой Семеновым будем сегодня наблюдать за домашним матчем «Чайки». Никита, привет, как настроение? Здравствуйте, настроение отличное. Мне кажется, это впервые в UFL Юг. Если не прав, поправьте. Можно в комментариях писать в любой из соцсетей, в любом из аккаунтов. Но не припомню я, чтобы воспитанники академии, чтобы сами футболисты, игроки выходили в эфир и комментировали матчи с участием своих команд. Были арбитры, были руководители академии. И вот новшество. Никита Семенов. Посмотрим, насколько Никита хорош в этом деле. Понятно, что на поле ему находиться привычнее. Может быть, даже на скамейке привычнее. А на комментаторской позиции, ну, совсем в диковинку. Как чувствуешь себя? Волнуешься? Есть небольшое волнение. Это... Готов комментировать. Готов комментировать и готовы мы наблюдать за игрой, которая наверняка получится искрометной. Вот подбираются гости поближе к штрафной хозяев поля, к штрафной «Чайке». Напомню, что в первом круге эти команды сыграли друг с другом со счетом 7-2. И это был самый результативный матч лиги на данный момент уж точно в обеих группах, в группе А, в группе Б. Были матчи, в которых забивалось по 7 мячей, были матчи, в которых было забито 8. Вот как раз «Черноморец» с «Ротором», если не ошибаюсь, сыграли один из матчей в ничью 4-4. Но 7-2, 9 мячей на двоих, это пока что абсолютный рекорд. В том матче, кстати сказать, тоже исторический момент. Первый пентатрик в истории UFL Юг оформил Матвей Тороп. Подвесили небольшую паузу, почему, скажу подробнее потом. Давайте к Никите обратимся. Никита в том матче на поле выходил, выходил в стартовом составе, провел 50 минут. И впечатление от той игры. Футбольная школа имени Леонида Слуцкого, 2007 год, что это за команда? Слуцкий, в принципе, неплохая команда, и старается играть в свой футбол. Играть против них было тяжело, у них активный прессинг. Но мы нашли у них дыры за спинами и забрасывали вперед. Там наши нападающие справились с ними без проблем. Ну, сейчас смотрите, как смело играет вратарь гостей. И все это едва ли не приводит к первому забитому мячу в исполнении «Чайки», в исполнении хозяев поля. Так смело пошел вперед Тимофей Коваленко, по сути, как центральный защитник, как без особого страха. Как считаешь, насколько было все оправдано? Не знаю. Вратарь не уверен. Не уверен. Ну, давайте с объявления составов начнем, собственно, чтобы разобраться, кто же на поле. Так-то мы уже начали, да, но этот момент важный пока что не озвучили. И с гостей, с представления гостей мы начнем. Номер 98 Тимофей Коваленко, номер 17 Григорий Архипкин, номер 15 Матвей Слонян, номер 6 Макар Журавлев, номер 13 Алексей Ковалевский, номер 27 Иван Новиков, номер 19 Иван Русков, номер 14 Арсений Сафонов, номер 34 Владимир Скляров, номер 7 Денис Трофимов, номер 9 Тимур Шарапов, тренерский штаб футбольной школы имени Леонида Слуцкого, Владимир Чикунов, Роман Саркисов, Константин Рылеев, тренеры, врач Алексей Схавребов. Ну, еще один заброс направо. Здесь Аветис Чехолян достает до мяча и простреливает буквально несколько минут назад, даже меньше, наверное, да, там минуту, может быть, ну, две подобные ситуации. Также была сделана передача на правый фланг в край, где Витис старался до мяча достать. Пока что Тимофей Коваленко вводит мяч в игру от ворот, а мы объявим состав хозяев поля на сегодня. «Чайка» выступает в белом, полностью белая форма, белые футболки, белые шорты, белые гетры. Номер 16 Илья Амосов, номер 6 Алексей Бахарев, номер 10 Ратмир Баташев, номер 19 Константин Дебушевский, номер 22 Савелий Ковтун. Смотрим, как Старков бьет по воротам в ближний угол. Ратмир Баташев разводит руками, ждал он передачу. Ну и не оканчивая пока что перечисление всех игроков старта, давай оценим действия «Чайки» в этом эпизоде. Насколько был прав Старков, что бил в ближний, надо было ли делать передачу на Баташева, или Иван, ну, просто не поднял голову и не увидел партнера? Ну, на поле принимает решение футболист. Если Ваня принял решение ударить, значит, принял. И как минимум создал опасность у ворот соперника, несколько потревожил, да, вратаря, создал нервозность, что может быть на пользу хозяевам.
Продолжаем с составами. 22-й Савелий Ковтун, капитан. Номер 9-й Денис Кондрашенко. Номер 8-й Даниил Левко. Номер 26-й Артем Скалиух. Номер 17-й Иван Старков. Номер 12-й Никита Стрельцов. Номер 20-й Аветис Чехолян. Руководят командой «Чайка-2007» Юрий Дидюк и Петр Костенко. И первая такая атака, более-менее осмысленная, да, что ли, так, наверное, правильно будет сказать, в исполнении гостей сейчас была. Подход к воротам Ильи Амосова. Илья, что за парень? Насколько он уверен в себе? Ты сейчас сказал, что, как показалось, Тимофей Коваленко не совсем уверенно действовал. Хотя попытался там разобраться, и тоже стоит его, наверное, за это похвалить. Илья Амосов, железобетонные нервы у этого парня? Я бы сказал, даже чересчур. В чем это выражается? Слишком самоуверенный. Слишком самоуверенный. Но, возможно, именно благодаря его уверенности в себе, не будем сразу навешивать на него ярлык самоуверенного парня, Илья Амосов заслужил звание лучшего игрока 10-го тура. Победил в голосовании. Напомню механику, если вдруг кто не знает, лучшего игрока каждой встречи, каждой из 8 встреч тура в группе А, в группе Б определяют инспекторы и судьи, а далее уже зрительское голосование, болельщицкое голосование, либо в сообществе ВКонтакте, либо среди подписчиков UFL в Telegram. Ну, в данном случае голосование было среди подписчиков ВКонтакте, причем пытались отсекать людей, которые подписываются только для того, чтобы проголосовать, и потом отписываются, или какие-то еще махинации. В итоге Илья Амосов победил, набрал чуть больше 19% голосов, это что-то около 1500 человек, тех самых, которые выразили ему свои симпатии, и стал, во-первых, первым вратарем, победившим в голосовании за звание лучшего игрока тура. Ну и, во-вторых, первый свой приз в UFL Юг получил. До этого награда доставалась в 9-м туре, в предыдущем, Мураду Касимову. Это был первый защитник, который получил подобную награду в UFL Юг. А еще ранее в 1-м, 2-м, 3-м и 4-м турах свои статуэтки получали Матвей Тороп и Ратмир Баташев. Как-то вы поздравили Илью с этой победой? Еще нет, но на тренировке все еще обязательно поздравим. Снова опасность у штрафной гостей, снова атака с правого фланга. Как думаешь, наверняка знаешь ответ, но, может быть, схитришь и не скажешь нам на самом деле, как обстоят дела. Почему все справа? Почему не так нагружается левый фланг? Там есть Дебушевский, но пока что в подключениях к атаке мы чаще видим Чехоляна. Ну, я думаю, что атаки слева пойдут обязательно, не только же через право играть. А может быть, это связано с какой-то тактической установкой тренерского штаба, и, соответственно, на левом фланге у школы Слуцкого есть какие-то проблемные места? Или тебе об этом неизвестно? Ничего? Мне об этом ничего не известно. Ну, это так, мы пофантазировали. По ходу снова угловой у ворот Тимофея Коваленко. Бежит подавать Иван Старков. Куда сейчас будет подавать Иван? Как думаешь? На дальнюю, на ближнюю, в центр? На ближнюю штангу. И... А в итоге в направлении дальней летит мяч, и так тоже бывает. Обращает на себя внимание не только присутствие Никиты Семенова на комментаторской и равно отсутствие его в протоколе на матч, и ни в стартовом составе, ни в... Уходит мяч в аут. Такая небольшая небрежность в приеме мяча от... игрока футбольной школы имени Леонида Слуцкого. В данном случае это был Алексей Ковалевский. Нет сегодня в стартовом составе Матвея Торопа. Нет сегодня в стартовом составе Мурада Касимова. Ой-ой-ой, сейчас тоже могло бы быть опасно. И в отсутствие Никиты Семенова Касимов мог бы взять на себя роль центрального защитника. Как, собственно, часто бывает, вы же меняетесь как раз по позиции. Это происходит достаточно регулярно. Да? Алексей Бахарев. Он там почти всегда, да. А вы с Мурадом все же меняетесь. Мурада сегодня тоже нет. Мурад, насколько я понимаю, приболел. С ним все хорошо? Это не что-то серьезное? Нет, ничего серьезного. Просто небольшая температура. Надеемся, к следующему туру поправится. Более того, Мурад в заявке на этот матч. Он есть в запасе, и он даже выходил на предматчевую разминку. Так же, как и Матвей Тороп. Не обратить внимания на его отсутствие даже при зачитывании стартового состава невозможно. Матвей Тороп, лучший бомбардир UFL Юг прямо сейчас. После 10 игр у Матвея 17 забитых мячей. Кстати, чуть ниже, да, чуть отстает от него в гонке бомбардирской Ратмир Баташев. У Ратмира 11 мячей в 10 играх. И третьим идет Тимур Шарапов, как раз из футбольной школы имени Леонида Слуцкого. Тот самый парень, который сейчас бил поворотом. И на месте оказывается Илья Амосов. Первый сейф Ильи, первый удар Шарапова в створ. И здесь что происходит? Забивает. Забивает Тимур Шарапов. Только я хотел сказать, что 9 мячей у него в 10 матчах. И вот, пожалуйста,
10-й в 11-й игре UFL Юг. Забивает Тимур Шарапов, 9-й номер. Ну, давай смотреть, что здесь было. Бьет и под мышкой проскакивает мяч у Ильи Амосова. С одной стороны, ну, наверняка Вячеслав Дмитриенко, тренер вратарей, найдет, что сказать Илье после этого эпизода. С другой стороны, давай посмотрим за действиями защитников. Дали пробить, он первым был на мяче, никто его не накрывал. Как думаешь, почему? Ну, стоит обратить внимание на ошибку, которая последствия атаки. Алексей Бахарев не доработал, и Тимур спокойно пробил ближний угол. Отметим, 10-я минута, Тимур Шарапов 0-1. Вот такое начало, наверное, я думаю, что тем интереснее нам будет наблюдать за развитием событий в этом матче. Чайка пока что единственная команда, ну, в группе Б, по крайней мере, равно как и Алания в группе А, не потерпевшая ни одного поражения. Здесь пытается сам все решить Ратмир Баташев, в итоге потеря. И вперед летит на всех парах Иван Новиков, но мяч по-прежнему у Чайки. И снова доставка направо здесь. Витис Чехолян, как высоко он располагается. Ну, гораздо выше, чем можно было бы ожидать от него, если бы он играл в чистом виде только защитника, только игрока оборонительного плана. Фактически углового флага поджидал мяч наш фланговый защитник. Вингер, который целиком закрывает весь правый фланг, всю правую часть поля. О турнирном положении команд, пожалуй, стоит сказать. Чайка, начал я упоминать об этом, Чайка на первом месте в группе Б. Всего 17 туров в регулярном чемпионате, 14 туров в регулярном чемпионате должно быть сыграно. 8 команд, собственно, 7 туров в 2 круга. И после 10 матчей у Чайки 9 побед и 1 ничья. 28 очков в активе. Отстает Краснодар, идущий вторым. Отставал на 6 очков, сейчас уже на 5, потому что состоялась одна игра 11-го тура ранее остальных. В четверг сыграли между собой в ничью краснодарские команды. Академия футбола Краснодарского края и Краснодар. Академия футбольного клуба Краснодар 1-1. И, соответственно, у Краснодара теперь 23 очка. У Чайки пока что 28. Дистанция 5 очков. Напомню, что 4 команды из каждой группы, из группы А и из группы Б, выходят дальше и формируют финальную восьмерку, в которой будут разыграны места, собственно, с 1 по 8. Не знаю, насколько хорошо слышно это в трансляции, но нам сюда на комментаторскую позицию очень четко доносятся возгласы «Чайка». Зрители поддерживают команду. Болельщики есть сегодня на трибунах стадиона «Локомотив». Болеют за «Академию». Чехолян отдавал Левко. Левко не был готов к тому, чтобы получить этот пас. Или Аветис так не очень мягко сыграл на Даниила. Как считаешь? Я считаю, что Левко был не готов. Был повернут спиной к Авику. Ну и не видел тем самым, да, этого эпизода. Вот он, третий центральный защитник, по сути, да, Чайки, если так можно выразиться, между Бахаревым и между Ковтуном располагается достаточно высоко Илья Амосов. К слову о Ковтуне, капитан команды Савелий сегодня вместо привычной позиции в опорной зоне располагается ниже, заменяет одного из двух выбывших центральных защитников. Насколько Савелию это дело привычное? Полгода назад Савелий играл на этой позиции, и потом главный тренер его поставил в опорную позицию. Ну а здесь мы видим, как в очередной раз Чехолян прорывался справа, но его в подкате остановил Алексей Ковалевский, выбил мяч и снял остроту. Вот там даже щиток у кого-то улетел, кажется, да, если мне не показалось, если не ошибаюсь, да, побежал подбирать его Григорий Архипкин. Савелий Ковтун, передачу на лево. Здесь принимает Скалиух, забрасывает направо. Здесь Аветис один. Аветис Чехолян. Передача на Стрельцова. Стрельцов отыгрывается с Левко. И кто будет первым на мяче? Здесь Баташев первым на мяче, но не удается его, ну, принять, обработать, остановить. Но, с другой стороны, защитник сыграл тоже, да, выбил. И есть очередной угловой, очередной стандарт. Бежит подавать Иван Старков. Расставляются
игроки в штрафной. Давайте смотреть. Витис Чехолян вошел. Неплохо вошел. И здесь в подкате сыграл Алексей Ковалевский. Подача Старкова. В центр штрафной. Там на линию вратарской. И выносят мяч подальше. Совсем уж подальше не получилось. Я так понимаю, что мяч команде в белом достанется. Да, так и есть. Константин Дебушевский готовится ввести мяч из-за боковой. Ищет, кому вбросить. Насколько активно наигрываются и наигрываются ли вообще ауты в «Чайке» и ввод мяча из-за боковой? Аут это считается стандартом, поэтому наигрываются так же, как и угловые, штрафные. С аута тоже можно провести хорошую атаку и забить гол. То есть внимание им уделяется не меньше? Конечно. Ну и здорово. Посмотрим, к чему ввод мяча из-за боковой линии может привести сегодня. Будут ли разыграны какие-то наработки, домашние заготовки. Пока что все приводит к тому, что мяч уходит за линию ворот. И Тимофей Коваленко будет вводить его в игру. Длинный ввод в направлении центрального круга. Тоже интересно понаблюдать за тем, как мяч в игру вводится, первое касание, и что дальше. Да? Некоторые команды, что бы ни происходило, разыгрывают его на коротке, вратарь играет центральными защитниками, вперед не грузит. Здесь мы видим, что Тимофей Коваленко раз за разом туда подальше его к центральному кругу отправляет. Вам как удобнее играть? Вы как предпочитаете? Контроль мяча. Контроль мяча. Ну, а чего стоило ожидать от команды, которая играет в классический 4-3-3, пытается в каждом матче, да не то, что пытается, доминирует у себя в группе Б и пытается в каждом матче играть с позиции силы, прессинговать, владеть мячом. Ну, здесь кто будет первым? Накрывал голову Левко, мяч у Чайки, Старков забрасывает в свободное пространство Данилу Левко. Это не Аветис Чехолян, это Левко здесь, простреливает штрафную, и там можно было замыкать. Дебушевский, кажется, да? Или... Скалиух, да, ну, в принципе, для Дебушевского было бы далековато, хотя слева мог бы прибежать. Скалиух, конечно же. Но снова опасно. У нас позади почти что 17 минут игрового времени. Отметим подачу Левко. Она, с одной стороны, показалась, что не очень удачно была выполнена. А с другой стороны, мяч как раз к Скалиуху и пришел. Да, он был с защитником на плечах, но, тем не менее, Артем находился ровно в том месте, куда был доставлен мяч. Скалиуха стоит отметить и сказать о нем отдельные слова за гол, забитый в Краснодаре. Тот матч, тот самый мокрый матч. Ой-ой-ой, опасно сейчас, и залетает Артем. Мяч. Артем Скалиух, да, только я хотел сказать, что забил он в Краснодаре, когда команда, в общем, вышла вперед в том эпизоде. И давайте смотреть, как было забито. И что потом парни показывали? Они же побежали поближе к скамейке и показывали какой-то жест. Что-то сами придумали, между собой договорились. Попытаемся, ты не знаешь? Нет. Вот так мы взяли Никиту Семенова, чтобы нам все секреты рассказывал, но он пока их не рассказывает. Но, может быть, и правда не знает. Но показалось, что что-то как будто бы пальцами, что-то вроде, может быть, М, может быть, это посвящено Матвею травмированному, который сидит на скамейке. Но это абсолютно мои догадки, может быть, я совсем и не прав. Ну, во втором туре Ратмир Баташев то же самое показывал. А вот что, я не знаю. Показывал то же самое, но что, ты не знаешь. Хорошо, будем узнавать, может быть, в перерыве, а может быть, уже после игры, во время флеш-интервью после матчевых. 1-1 на 18-й минуте матча. Артем Скалиух сравнивает счет. Казалось, что может решиться на удар Иван Новиков. И так вот вроде бы он присматривался к этому эпизоду, но не стал бить. Все-таки большая дистанция до ворот была в данном эпизоде. Поджимать! Кричат со скамейки. Чей это голос? Юрий Степанович. Юрий Степанович, да. Юрий Степанович подсказывает, как нужно действовать в этом эпизоде. Юрий Степанович Дедюк. Мастер просто оборонительных действий. Насколько вам интересно с ним работать? Очень интересно. Все подсказывает, все ошибки разбираем вместе.
Ну это же так вот, если безличностно сказать, большая футбольная энциклопедия оборонительных действий. Да, есть ли вопросы, которые, допустим, у вас возникали, к Юрию Степановичу они оставались без ответа? Или это в принципе невозможно? Это в принципе невозможно. Он самый профессиональный футболист. Да, профессиональный футболист, которого донские болельщики, любители донского футбола хорошо знают. Снова там кто-то щиток потерял, остался он на газоне за пределами кадра. Ну, не так важно это. Алексей Бахарев на Савелия Ковтуна. Савелий Ковтун идет вперед сам в обыгрыш. Вспоминается мне в этой ситуации эпизод в матче, кажется, спортивным клубом «Ротор», когда Касимов и Бахарев стояли и набирали передачи друг другу, штук, наверное, 8 подряд сделали. Это был с Ротором. Игра с КК. Нет. С Академией футбола Краснодарского края, да, все верно, да, так и есть. И Бахарев тогда после игры сказал, ну, если можно покатать центральным защитником, то почему же не покатать? Ну, это делается при случае, когда ведем в счете и нужно успокоить игру. А когда счет 0-0 и нужно забивать голы, это не стоит делать. Ну и когда счет 1-1 и нужно забивать голы той и другой команде, тоже, возможно, не стоит. Радмир Баташев пытался простреливать. Первый матч, который «Чайка» играет без Матвея Торопа. Как тебе кажется, насколько вот уже по истечении 21 минуты, половина первого тайма позади, чувствуется его отсутствие? Насколько оно сказывается на рисунке игры, на взаимодействиях парней на поле? Или пока нет таких каких-то конкретных моментов, по которым мы можем судить, что явно Матвея сегодня не хватает? Не хватает левого ногого нападающего. Артем Скалюха и Данил Левков, два правоногих. И, конечно же, Матвей Торок мог бы спокойно на левом фланге разбираться с защитниками, простреливать, подавать. Так что я считаю, что действительно не хватает его. Ну и это при том, что Матвей левоногий, но и правый бьет. И тоже правый бьет неплохо, иногда так прикладывается. И, по-моему, обеими ногами он забивал, головой забивал и грудью даже забивал. По-моему, только пятки еще не было. Скоро будет. Пауза скоро будет, а скоро, насколько скоро знает тренерский штаб и говорят, что Матвей действительно в скором времени должен вернуться в строй, быть готов к следующим матчам. На разминке он точно был, мы его видели, бодр, весел, жаждет биться дальше, забивать мячи и пополнять свой бомбардирский список. Пауза для того, чтобы попить водички. 23-я минута. Очень жарко сегодня в Ростове-на-Дону, как, собственно, и всегда бывает в июле. И в августе нас тоже ждут еще жаркие матчи. Еще, получается, у нас три тура выпадают на август. Заключительный, 14-й, будет сыгран 20 числа. Вот хорошая комбинация на правом фланге. Там Левко, Чехолян, Стрельцов разыграли такой треугольник интересный. И вот он, забитый мяч, первый в этой встрече. Тимур Шарапов. 10-й свой гол в этом сезоне. Дебют нам в UFL Юг. Ну и скоро мы увидим ответ «Чайки». Здесь момент, в котором Алексей Ковалевский разобрался. Насколько хорошо, как считаешь? Чистый подкат, все здорово здесь да, сделал? Да, чистый подкат. Ну, там у судей не было никаких сомнений в том, что эпизод сыгран чисто. Кстати, о судьях. Дошли мы до 24-й минуты и так и не объявили до сих пор, что эту встречу обслуживают Игорь Савченко из города Ставрополь. Это главный судья. Помогают ему Сергей Киреев и Леонид Ляцкий из города Ростов-на-Дону. Резервный судья, также из Ростова, Алексей Киливник. Сегодня от этих людей зависит то, насколько, скажем так, подконтрольны будут страсти на поле, сумеют ли арбитры в нужный момент их погасить. Ну и вспоминая первую игру, насколько с этой командой, ну такой вот задиристый, что ли, футбол, да, насколько парни цепкие, насколько много мелких нарушений, каких-то вещей таких, которые вызывают эмоции, или это нормальная команда, которая, ну, как все, это нормальные, да, тут без оценочных суждений, но нет такой вязкости борьбы. Ну, каждая команда борется. Играющая или нет? Да, играющая свой футбол, старается держать мяч внизу, играют чисто,
стараются, по крайней мере. Это хорошая команда. Хорошая команда приехала сегодня на стадион «Локомотив». Хорошая подача, и как не попадает Никита Стрельцов, но мяч остается, и какой красавец! Артём... Во-первых, Скалюк, второй, да? Ну, слушай, давай ты реагируй. Артем Скалюк забивает дубль. Это, я считаю, для него это очень хорошо. Может даже закрепиться в основе. Да, воспользоваться отсутствием Матвея Торопа может быть, если не Матвея вытеснить, то кого-то другого. Ну, во-первых, действительно красавец Артем. Это его третий мяч в UFL. Я начал так длинное повествование относительно мяча, забитого в Краснодаре. Это же был первый гол его, я так понимаю, да, у Артема, когда он в Краснодаре забил. Да, первый да. гол в UFL. И вот, пожалуйста, 24 минуты игрового времени в следующей игре и два мяча. Выводит свою команду вперед Артем Скалюх на 24-й минуте, уже на 25-й получается, да, сейчас уже 26-я пошла. И Никита Стрельцов. В этой ситуации можно было опустить руки, опустить голову, поднять глаза к небу, все что угодно, если ты не попадаешь с полуметра в ворота. И кажется, что эпизод доигран, но Стрельцов красавец, да, он не попал, но он сохранил мяч, он отыграл на партнера, он увидел Скалюха, и в итоге Чайка забивает. Мне кажется, что Никита Стрельцов в этой ситуации, пусть и не забил сам, но то, как он сумел отдать после того, как не попал в ворота, это заслуживает отдельных слов похвалы, как думаешь? Да, действительно, очень сложно перестроиться в этот момент. Ну, Никита среагировал, дал голевой пас. Ну и, как говорят, да, все помнят только счет на табло, и если эту мысль развивать, никто не вспомнит потом, что Стрельцов не забил, все вспомнят, что Стрельцов отдал голевой пас, и он, конечно, красавец. 2-1, Чайка впереди, игра становится все интереснее и постепенно раскрывается. Большая часть первого тайма позади. Вот выбегает вперед, да, вот такой группой плотной. Ну и плотность у Чайки на своей половине поля тоже достаточно хорошая. Все вернулись, все расставились. Игроки в темно-синем на чужую половину поля выбрались такой группой в 5 человек. Но там против них как минимум шестеро уже парней в белом, которые четко расставляются по позициям, закрывают зоны. И теперь вот выбегают вперед по левому флангу. Дебушевский на Левко. Левко набирает, достанет ли, не достал. Но задумано было неплохо, мне кажется. Марина Михеева, наш СММ-менеджер, как раз видна была сейчас в трансляции. Если вы помимо интернет-телетрансляции наблюдаете сейчас еще и за телеграм-каналом Академии, все то вкусное и интересное, что вы видите там, это все дело рук, ума, глаз и креатива Марины Михеевой, которая возле кромки поля сейчас следит за игрой с другого ракурса. Не так, как мы, наверху с комментаторской позиции, а все, что происходит рядом с полем, все попадает, все самое интересное попадает в объектив ее телефона. Скажи такую фразу кому-нибудь лет 20 назад, объектив телефона, подумали, что сумасшедший какой-то. А нет, так далеко шагнули технологии. Старков с мячом. Тоже это интересный момент. Борьба за место в основе, в центре поля. Ну, если центральные защитники в порядке. Заброс опасный на Шарапова, и здесь как разберется он, как разберется Амосов, как разберется Бахарев, разобрался Шарапов лучше всех. Сказал я только, если все центральные защитники в порядке, то оказалось, что не все хорошо. Денис Кондрашенко забил, действительно, но это было в прошлом туре, и забил он Краснодару. Победный мяч, так сейчас объявил диктор про Дениса Кондрашенко, а мы отметим, вот, ну, во-первых, передачу, да, за спину Алексею Бахареву, и разобрался здесь и с Бахаревым, и с Амосовым Шарапов. Как мне показалось, тут, пожалуй, что парни Амосов и Бахарев друг другу даже немножко помешали. Ну... Я думаю, что Илья Амосов раньше вышел. Надо было дать доиграть Алексею. Да, действительно. Защитник еще в отборе. Да, зачем ему выходить? Ну, просто Амосов выбросился, его на замахе брали и все. Ну и интересно, что 29 почти что минут игрового времени. Но будем считать, что на 28-й минуте мяч забит. 28 минут и 2 дубля. Шарапов, красавец, дважды забил. И Скалюх. Причем Скалюх, Шарапов вывел свою команду вперед, Скалюх отыграл отставание, Скалюх вывел Чайку вперед, теперь Шарапов отыгрывает отставание. Ждем хитрик от Артема Скалюха. Ну, точно. У Торопа был пентатрик.
в матче, который проходил в Волгограде. Ну и сейчас, смотрите, когда действительно контроль у Чайки, большую часть игрового времени с мячом проводит команда в белом. Позиционные атаки, задействование флангов, да, там прессинг, контрпрессинг. Но при этом, как здорово выбегает вперед команда из Волгограда, футбольная школа имени Леонида Слуцкого, так разжимается, как пружина. И если мяч удалось из-под прессинга выйти, мяч удалось сохранить и доставить на чужую половину поля, то там, ну, как минимум, есть быстроногие, точно бьющие Шарапов и кто-то еще в поддержке. Как в данном случае, пас классный был сделан до него. Мне кажется, за пас тоже стоит похвалить. Такая хорошая проникающая передача. Ну и Шарапов молодец, ворвался, воспользовался некоторым недопониманием между Ильей Амосовым и Алексеем Бахаревым. Что скажет, как ты думаешь, в перерыве по поводу этого эпизода Юрий Степанович Дидюк? Кому прилетит? Всем? Да, прилетит, конечно же, всем, да, даже полузащитникам. Которые в опорной зоне дали возможность развернуться и чуть-чуть пройти и дать такую проникающую передачу. Да. Ну да ладно. Даниил Левко у мяча подбегает, кофтом предлагает себя для розыгрыша. Левко подает... подает на 34-го номера Владимира Склярова. Его номер на футболке совпадает с кодом региона Волгоградской области. Кстати, у Чайки нет никого с 61-м номером, да? Почему так, как думаешь? Я думаю, вскоре будет. Вскоре будет. Не было ли здесь руки? Давайте посмотрим, как считаешь. Показалось, что мяч мог там попасть, по крайней мере, отсюда, с этой позиции, но никто не по этому поводу не протестует, может быть, только нам. Может быть, тоже только мне даже отсюда так видится. 13-й номер. Нет, не было. Нога. В колено. Да, да, в колено, да, не было руки. Иван Старков. Несколько подач в его исполнении мы видели, разные варианты. И сейчас крутит и... Неужели сам забил? Старков или кто-то занес? Нет, Данил Левко. Данил Левко. Ну, так здорово на дальнюю крутил Старков, что Левко нужно было просто какую-то часть своего тела там под мяч подставить, как мне показалось, или нет? Ну, мне кажется... Поздравляю от Константина Дебушевского. Давайте сейчас смотреть. Повторю, вот крутит мяч. Дебушевский. А там еще и кофтом подоспел. Ну, по-моему, затылком Дебушевский все-таки, да? Да. Константин Дебушевский. Первый гол в UFL Юг. Защитника Чайки. Игрока, занимающего позицию на левом фланге. Константин Дебушевский выводит Чайку вперед. 32-я минута. Обратите внимание, и счет 3-2. Это юношеская футбольная лига, зона Юг. Это Чайка, которая за 10 матчей наколотила 41 мяч и пропустила всего 9. В 10 матчах 9. И сегодня за 28 минут еще 2. Мне кажется, это уже план на полкруга. Как минимум, Чайка перевыполнила в этой встрече. Как, но говорит, и по забитым неплохо. Как говорит Юрий Степанович, 10 это много. 10 это много. Да, мне кажется, для Юрия Степановича все, что больше 0, это уже не зачет. Ну, действительно, 2 гола за 28 минут, да. Это очень плохо. От одного игрока, который, по сути, оба раза индивидуально решил. Да, была классная передача во втором забитом мяче, но снова он решил индивидуально. А вот неплохой пас в направлении Баташева от защитника школы имени Леонида Слуцкого. Так сыграл пяткой Иван Русков и в итоге пробросил вперед на ход нападающему Чайки. Чихолян. Ну, здесь хорош очередной раз в отборе Алексей Ковалевский. Мне показалось, что Чихолян в этом эпизоде уже в голове у себя обыграл соперника. Он уже принял мяч, двинул его вперед и собирался подавать. В тот момент, когда оказалось, что мяча под ногой нет, и Алексей Ковалевский снаряд, собственно, забрал. И тут же Бахарев приезжает на чужую половину поля, очень вовремя останавливая возможную атаку быструю, как мы уже говорили, да, как разжимается пружиной команда из Волгограда. Алексей неплохо сыграл в подкате, дал своим сокомандникам возвратиться обратно. И без фола. Да. То есть, в принципе, отчасти, если это не грубо, не на желтую, то это даже с небольшим фолом могло бы быть оправдано с тактической точки зрения. Там тактический фол, подкатился, прервал атаку, дал вернуться, а в итоге он еще и чисто сыграл. Но если защитник делает подкат, значит, он уверен, что он сыграет мяч. А всегда если... ли? Даже когда ноги задирают. Ничего страшного. Но сегодня без этого обходится. Широко располагаются центральные защитники, я имею в виду дистанцию друг между другом, да, вот сейчас Кофтун и Бахарев. Кофтун смотрит, с кем сыграть,
находит Старкова на том месте, где должен был находиться сам, если бы Никита Семенов находился на поле, либо на скамейке запасных. Но в итоге мяч у Чайки, 3-2. Первый тайм у нас завершается. Отмечу, что параллельно вот в это самое время, несколько минут назад, начался матч в Песчанокопском. Чайка, главная команда, проводит первый домашний матч в этом сезоне. Это второй тур второй лиги. Чайка принимает Аланию 2. Очень много двоек в этом сочетании. И там игра началась в 19:30. За ней тоже будем следить параллельно. Может быть, даже счет называть. Но пока сосредоточимся на том, что происходит у нас на Локомотиве. У нас снова улетает у кого-то щиток. Что ж там такое с защитной экипировкой у парней? Непонятное происходит. Здесь Старков как поборолся здорово. Мяч себе оставил, выцарапал. И там пытается двоих обыграть. Обыграл. Главное, что мяч сохранил. Отыграл на Левко. Левко здесь. Снова на Старкова. И вовремя поставленная спина. Если бы вдруг еще Иван, прокинув мяч вперед, обошел бы игрока, была бы совсем красота. Но этого не случилось. Да, не стоит забывать, что на правом фланге есть Чехолян. Действительно, немножко сместился акцент налево, как мы говорили об этом, что вначале все справа, но не всегда так будет. И снова переместилась игра налево. Сейчас снова направо. Чехолян подает, и против него очередной раз Алексей Ковалевский. Вовремя подставляется. А там наверняка где-то уже возле углового флага Иван Старков, только что прошел он на наших экранах в направлении правого нижнего угла, будет подавать. Не знаю, хотел я спросить, сколько вариантов розыгрышей угловых есть у Чайки, но, наверное, не стоит, не выдавать всех секретов. Вот, но несколько разных вариантов подач мы уже в исполнении Ивана увидели. Да, он подавал на дальнюю, подавал на ближнюю, подавал в центр, что будет сейчас, интересно посмотреть. Крутит опять к воротам, и неужели не залетает, не залетает? Где там мяч? Там, по-моему, снова была номер 26 на футболке. Там, по-моему, Скалиух опять бил ворота в упор и мог хет-трик оформить. Продолжается атака. Но я скажу, что, по-моему, едва ли не каждая подача Старкова с углового приводит к какой-то вот такой повышенной активности, как минимум, во вратарской, и какой-то опасности. То есть опять сейчас все забегали, и опять мяч метался по вратарской. Я уже приготовился кричать гол в очередной раз. Этого не случилось, к сожалению, для поклонников Чайки. Но и болельщики футбольной школы имени Леонида Слуцкого могут выдыхать. Надолго ли, посмотрим. Тот повтор тоже интересно будет посмотреть. По-моему, там головой пытался заносить Скалиух. Но атака продолжается, и удар дальний. Дальний заметно выше ворот. А вот и розыгрыш короткий, да, и под прессинг попадает вратарь Тимофей Коваленко. И мяч у белых, и удар Данила Левко в спину защитнику. Неужели залетит? Нет, Тимофей Коваленко достает. Выносил всегда от ворот длинной передачи. Здесь попытался разыграть, сразу под прессинг попал. Ну, я считаю, что вратарь не ожидал такого активного прессинга. Ну, а Левко готов был выгрызать просто мяч любыми способами из всех доступных в игре футбол. Здесь может быть опасно. Здесь Илья Мосов выходит спокойно, выбивает мяч. Но там тоже может быть все непросто, потому что Дебушевский был под прессингом. Подсказывали ли ему, что сзади кто-то есть? Или он сам играл, как думаешь? Потому что здесь явно нужно было подсказать Константину, что горишь, сзади-то уже поджимают. Действительно, подсказывать уже всегда, но и Константин должен был покрутить головой, посмотреть, что кто есть. Да, сразу принять решение. Ну и как в стиле Нойера, спокойно там ногами играя, Амосов в направлении линии ворот с мячом шел и там его принимал. Ну, всякое же может быть. Страшновато. Но главное, что Илья спокоен. А ведь Чехолян пытался покатить на Баташева, но там между ним и Баташевым еще два игрока в синем были. Поэтому передача не прошла. Ковтун. Дебушевский. Снова на Ковтуна. И вот она, Витис. Все бы хорошо было бы, если бы с приемом тоже в этой ситуации получилось более складно. А Витис был один, хорошо открылся, его хорошо увидели в свободной зоне. Никита Стрельцов отработал хорошо. Да, молодец. Да, сразу подстраховал, сразу включился. И вот он, визави, персональный оппонент Витиса Чехоляна.
Алексей Ковалевский на наших экранах вводит мяч из-за боковой линии. Здесь стоять нужно на ногах, не подскальзываться. Бахарев покрутился на Амосова. И пригинается кофту на всякий случай, мало ли что. Ну, в Краснодаре было, как Амосов ударил по горбу Сави. Да, в Краснодаре много что было, еще погода такая была классная, что любые неожиданности футбольные и околофутбольные могли бы случаться. Кстати, как тебе было наблюдать за той игрой, не будучи на поле, ну и учитывая, что такая еще погода? Сам-то вымок? Нет, сидел под крыльцом. Хотелось выйти помочь пацанам, но дисквалификация не дала. Да ладно, ну признайся, думал, фух, ну слава богу, в такую погоду я-то не играю, нет, пусть сами. Наоборот, хотелось выйти. Ладно, поверим. Плюс 3 минуты к основному времени первого тайма добавляет Игорь Савченко, главный судья сегодняшней встречи из города Ставрополь. Напомню, что по 40 минут играются таймы в юношеской футбольной лиге среди команд с участием парней не старше 15 лет. На 5 минут меньше, чем таймы в большом футболе взрослом. После матча с Академией Краснодарского края спросил я Алексея Бахарева. Ох, какой опасный удар! Неужели залетит? Хотелось уже поздравить забитым мячом. Не залетел мяч в дальний угол. Удар классный. Кто там у нас так умеет стрелять с левой ноги, кажется, да? Да, так и есть. С левой ноги Иван Старков как дал. Жаль, только не попал. Хороший момент, хороший проход, хороший плотный зрячий удар. Если бы он еще и взятием ворот завершился, то вообще полный комплект был бы у Ивана Старкова. Вот сейчас как раз он был с мячом, отыграл на Левко. Левко нужно подниматься. Здесь поднят флаг бокового арбитра. Напомню, что Игорю Савченко помогают арбитры из Ростова-на-Дону. Сергей Киреев, Леонид Ляцкий. Хороший футбол. Такой, ну, достаточно содержательный, с обилием моментов, ударов, подходов, голов. Целых 5 за первый тайм. Ну да, есть местами сумбур, есть некоторые погрешности, технические в том числе. Но в целом игра смотрится очень неплохо, и мне кажется, даже уже и не так жарко. То есть и температура становится более комфортная. Ох, сейчас что творит Баташев, если бы у него все еще получилось, то это было бы украшение первого тайма, может быть, и всего тура. Но, по крайней мере, за попытку тоже Ратмира стоит отметить. Иван Старков, неужели сам будет бросать? Да, оставляет Дебушевского. Все-таки в данном случае это скорее дело крайнего защитника флангового. Там парни рослые пусть в штрафную отправляются. Но в итоге внизу принимал Старков рядом с Дебушевским. Мяч у Кофтона. Передача Чехоляну. Сумел развернуться. Мяч сохранить нужно. Там Скалиух на правом фланге будет подавать. Подает Артем. В центральную зону мяч приходит и выбивают. Я вот здесь под удар и тащит Тимофей Коваленко. Хороший удар на подборе в одно касание. Сходу, да, пробил здорово. В касание действительно. И Коваленко в очередной раз пришлось в игру вступать. Но сегодня в первом тайме достаточно таких эпизодов, в которых Тимофею приходилось потрудиться. Какой еще раз мы смотрим, да, классный удар. Повтор, если бы это еще и залетело, то можно было бы аплодировать, пожалуй, даже и стоя. Так-то мы пока сидим, но при случае готовы сорваться со своих мест. Игорь Савченко расставляет всех во вратарской. Большая группа игроков, смотрите, прям, ну, фактически на линии там вокруг вратаря Тимофея Коваленко сгруппировались. И мы видели предыдущую главу, в которой мяч едва не залетел. Здесь Стрельцов, и Чехолян попытался добавить, пробить, и все. Звучит свисток на перерыв. 3,5 минуты дополнительных были сыграны. Счет 3-2. Напомню, что школа имени Леонида Слуцкого вышла вперед. Затем Чайки усилиями Артема Скалиуха удалось счет сравнять. Первый мяч забил Тимур Шарапов. Затем Артем Скалиух. Затем снова Скалиух. Затем снова Шарапов. И далее Константин Дебушевский. Первый мяч в UFL Юг. И тоже первый тайм 3-2. Мы отправляемся отдыхать. Никита Семенов красавец, я думаю, во втором тайме должно быть еще лучше.
Приветствуем, друзья. Возвращаемся на стадион «Локомотив» Ростов-на-Дону, западный жилой массив. Сегодня здесь встречаются команды «Чайка» и футбольная школа имени Леонида Слуцкого. Это 11-й тур юношеской футбольной лиги. Юг, группа «Б», лидер группы «Б» «Чайка» против команды, занимающей 4-е место. Счет после первого тайма 3-2 в пользу хозяев поля. По два раза отличились Артем Скалиух у «Чайки» и Тимур Шарапов у футбольной школы имени Леонида Слуцкого из города Волгоград. И один мяч забил Константин Дебушевский. Первый его гол в UFL Юг. Он же пока что и решающий на данном временном отрезке. Счет 3-2 на 32-й минуте. Константин Дебушевский вывел свою команду вперед. Тимофей Коваленко на ваших экранах. Вратарь футбольной школы имени Леонида Слуцкого. Много забот у него было в тайме первом. Было чем заняться и вратарю «Чайки» Илье Амосову, ну и было чем заняться нам, комментаторам. Сегодня в дуэте с Александром Боровковым, это я, выступает. Пара-па-пам-па-пам. Если вы не слушали нас с начала встречи, то наверняка и не знаете, что на комментаторской позиции дебютирует Никита Семенов, защитник «Чайки», впервые игрок UFL Юг, комментирует матч с участием своей команды. Никита, как тебе? Пока что все нравится. Ну, на поле, ну на поле больше, да, понятно, что на поле больше, все-таки дело для тебя более привычное, это первое, и, во-вторых, ну, так предполагаю, что, наверное, любимое. Начинается второй тайм, интересно, что у нас с изменениями в составах, есть ли они, давайте присматриваться. Пока что вот так беглым взглядом окидывая игроков по позициям, то, что удается рассмотреть, вроде бы без замен. Ну и пользуясь случаем, тогда раз уж про замены, возможно, началась речь. У «Чайки» в запасе 6 человек, 5 полевых и вратарь. Максим Косарим, Вячеслав Анисимов, Кирилл Варенов, Мурат Касимов, Руслан Парасотченко, Матвей Тороп сегодня в запасе. Он получил повреждение на одной из тренировок в течение тренировочной недели перед матчем с футбольной школой имени Леонида Слуцкого. Но в скором времени должен вернуться в строй и быть в полной боевой готовности к следующим матчам. Здесь Стрельцов борется и сохраняет мяч. Красавец Стрельцов. Подключился Чехолян. Подача и угловой. Угловых много опасных было в исполнении «Чайки» в тайме первом. Иван Старков подавал. К слову, о запасных у гостей, у команды футбольной школы имени Леонида Слуцкого. В запасе 7 человек, 6 полевых, 1 вратарь. Это Андрей Бикенбетов, Даниил Бочаров, Владислав Гладков. Успели для подачи Ивана Старкова. Матвей Анаприенко, Владислав Рубанов, Денис Федоров, Ярослав Шинкарев. Запасные гостей. Подача на дальнюю штангу. Здесь выше всех выпрыгнул Савелий Ковтун. Пытался переиграть соперников, но по мячу не попал, до мяча не достал. Руководит игрой гостей Владимир Чекунов, также в тренерском штабе Роман Саркисов, Константин Рылеев, ну и у «Чайки» тренерский тандем традиционный Петр Костенко, Юрий Дедюк. Мы с Никитой Семеновым, который, отбывая дисквалификацию, второй матч после красной карточки, полученной в Волгограде два тура назад. Никита Стрельцов то ли бил, то ли простреливал на Баташева. Баташев, по крайней мере, пытался быть первым на мяче, но раньше него к мячу подоспел Тимофей Коваленко. Так вот, мы с Никитой Семеновым пытались рассуждать о том, что же происходит в раздевалке, с учетом того, что «Чайка» пропустила 2 за первый тайм и 2 мяча. Ну, таких, скажем, да, они для гостей абсолютно рабочие. Тимура Шарапова стоит похвалить за исполнительское мастерство и нацеленность на ворота, но там, пожалуй, есть к чему придраться и в действиях защитников. Как думаешь, насколько сильно влетело сейчас всем, кто должен отвечать за оборонительные действия, а обороняется, как мы знаем, вся команда, а не только защитники, от Юрия Степановича Дедюка? Да, думаю, не сильно. Юрий Степанович просто указал на ошибки. Думаю, защитники и, в принципе, вся команда начнет соблюдать. Тренерские установки и построже играть в обороне. Да. Посмотрим, как это будет в тайме втором. 3 минуты игрового времени позади. Здесь Дебушевский пытался обыграть, но в итоге мяч сохранил за счет того, что он ушел от соперника за боковую линию. Вбрасывает на Старкова. Старков сыграл
наверное, не самым осмотрительным образом. И это дает возможность разбежаться гостям. Здесь принимает Шарапов, поднята рука Савелия Кофтуна. Он сигнализирует всем о том, что был офсайд. Но я думаю, что не хуже Савелия это разглядел и боковой арбитр. Кстати, арбитры сегодняшней обслуживающей встречи. Игорь Савченко сейчас на ваших экранах. Главный судья из города Ставрополь. Помогают ему Сергей Киреев и Леонид Ляцкий из города Ростов-на-Дону. Резервный судья Алексей Киливник. Три-два счет, напомню, в нашей встрече. И это заключительный матч тура, 11-го тура. В группе Б уже были сыграны другие встречи. В четверг ранее остальных сыграли между собой Академия футбола Краснодарского края и Академия футбольного клуба Краснодар. Кубанское дерби завершилось со счетом 1-1. И в случае победы «Чайка» может еще сильнее оторваться от Краснодара. До этого тура дистанция между командами первой и второй была 6 очков, сейчас 5. Ну, соответственно, если «Чайка» побеждает, то и дистанция увеличится. Две другие встречи также завершились. Спортивный клуб «Ротор» принимал у себя Академию «Ротор». Волгоградское дерби также сегодня было представлено вниманию публики. И там Академия «Ротор» победила со счетом 4-3. И было дерби «Черноморское». Столько интересных сочетаний команд. «Черноморец» принимал «Сочи». Сочинцы победили со счетом 2-1 на выезде в Новороссийске. И четвертая встреча 11-го тура в группе «Б». Это как раз наша сегодняшняя игра. «Чайка» футбольная школа имени Леонида Слуцкого. Счет 3-2 после первого тайма. А параллельно в это же самое время идет матч в Песчинокопском. И там главная команда принимает «Аланию-2». И вот прям совсем с последними сводками оттуда сверимся. Да, счет там 0-0. В нашей встрече 5 мячей за первый тайм. Там команды пока что без забитых мячей. Но будем надеяться, что и в Песчинокопском зрители увидят голы и порадуются за своих. Вот так сейчас пытаются разбираться с мячом гости, спокойно, с передачами. Вроде бы сейчас казалось, что потеряют мяч, да, но в итоге усилиями Шарапова мяч сохранен. Свисток дисциплинарный сейчас просто устным внушением каким-то, да, похоже, арбитр ограничится. Там, видимо, какие-то разбирательства были между двумя игроками с номерами 9 на футболках. Денис Кондрашенко и Тимур Шарапов. Выясняли отношения. Напомню, что Тимур Шарапов был на третьей строчке в списке бомбардиров группы «Б» перед началом 11-го тура. У него в 10 встречах было, в 10 матчах 9 забитых мячей, плюс 2 сегодня, уже 11. И таким образом он догнал Ратмира Баташева, у которого также 10 матчей, 11 мячей. 11 матчей у Ратмира, считая сегодняшний. И пока что Ратмир Баташев не отличался в сегодняшней встрече, но, возможно, все впереди, еще много-много игрового времени впереди. Только начался тайм второй. Тут сразу все пытались показать во все стороны. Кто-то показывал боковому, кто-то показывал еще куда-то. И чтобы уж точно углового не лишиться. Подача с угла поля и опасно. И что, влетает мяч в сетку. Как так? Да, забивает 15-й номер. Отличается игрок футбольной школы имени Леонида Слуцкого. Матвей Слонян выводит свою команду вперед. Давайте смотреть, как это было. Упустили Матвея из виду, да, судя по всему. И вроде бы рядом были защитники, вроде бы было кому оказать сопротивление, но почему-то беспрепятственно пробил Матвей. Как думаешь, почему? Вопрос Никите Семенову. Как Данил Левко упустил нападающего и спокойно сыграл, ударил по воротам. Амосов не успел среагировать на него. Ну, там совсем короткая дистанция была, да. Там совсем уж в ближнем бою переигрывал Матвей Слонян Илью Амосова. Ну и вот говорили мы о том, что «Чайка» пропускает, ну, в целом совсем немного, да, по итогам 10 туров 9 пропущенных мячей. И
треть от этого футбольная школа имени Леонида Слуцкого отгрузила за 48 минут игрового времени. Могут последовать какие-то санкции к команде со стороны тренерского штаба, ну или там особые, скажем так, слова будут найдены после матча, чтобы сказать: парни, три мяча в одной встрече — это слишком много. Конечно, тренера на это укажут, на тренировках будем исправлять это, оттачивать, чтобы в дальнейшем не было таких ошибок. И готовиться к увлекательной поездке в Сочи. В следующем туре «Чайке» предстоит играть на выезде с Академией футбольного клуба «Сочи». Потеря мяча на чужой половине поля и передача вперед на Шарапова. Там он пытается перебросить Амосова. Неужели? Неужели мяч попал в перекладину? Здесь, конечно, очень сильно повезло Илье Амосову и «Чайке», и всем. Ну, как сыграла команда школы Леонида Слуцкого. То есть они, в принципе... А здесь хороший удар дальний, на месте Тимофей Коваленко. Не самые очевидные были решения, но вроде бы мячом в центре завладели, отдали туда. Ну, как кажется, да, как распорядиться мячом, что делать, если игроков впереди нет, и там один Шарапов, Шарапову отдают, что-нибудь придумает. Видимо, по такой логике играли сейчас гости, и Шарапов придумал, увидел вышедшего далеко Амосова, запустил в направлении ворот и попал в перекладину. Из такого положения это, конечно, большое везение для «Чайки» и... Большое невезение тут равнозначно для гостей, которые сумели отыграться и могли бы выйти вперед. И 3-4 для «Чайки» — это, конечно, не самый очевидный сценарий развития событий. Но здесь Баташев берет игру на себя и упирается в автора забитого мяча Матвея Асланяна, который на полном ходу рвется вперед. Много свободных зон на половине поля у хозяев. Здесь абсолютно без середины поля игра сейчас идет, да, смотри, команды туда-сюда, от штрафной до штрафной, мяч быстро доставляется, и, во-первых, страсти разгораются, там арбитры свистит чаще, и очень быстро смена направления развития игры, и действительно в центре мяч не задерживается. Почему так, как думаешь? Не знаю, очень много мячей теряем. Суета потери, да, потери. Ну, смотрел матч СК Ротор и Слуцкий. В принципе, такая же игра была. Предыдущий, в котором... Предыдущий тур, да, ты имеешь в виду, в котором проиграли 1-2, да. Такая же игра, только забита, получается, в два раза меньше мячей, да, здесь уже 6, а там всего 3. Но для зрителей это неплохо. Для тренеров, я думаю, что это сплошной валидол и хватание за сердце. А для зрителей, конечно, на встречных курсах туда-сюда побежали, в одну сторону, в другую, быстрая доставка. Ну, так Шарапову на метров 20 отдали, он на метров 20 вернул, побежал дальше вперед. И через партнеров, даже не через партнеров, а сам будет добираться к мячу. Посмотри, да, как он из центра сместился левее и пошел навязывать борьбу Алексею Бахареву. Алексей молодец, мяч корпусом укрыл, сохранил его для своей команды. Савелий Ковтун. Но это тоже, мне кажется, да, вот сейчас симптоматично, что центральный защитник с мячом от своих ворот доходит до центрального круга и потом принимает решение, как мы дальше действуем. То есть, в принципе, вообще без центра. То есть все, кто располагается в центре, все уже на подступах к штрафной в этот момент, по большому счету. Никто не встречает, почему? Никто не встречает, действительно, да, так и есть. Шарапов снова поднимает руку, и подача следует в направлении него. Здесь Константин Дебушевский. Положение вне игры. Можно было подумать, что здесь свисток, который сигнализирует о контакте, о нарушении правил, но я так понимаю, что это офсайд, да. Ну и если брать в расчет сам контакт, то кажется, что Тимур Шарапов сам прилетел в ногу соперника. Да, снова Алексей Бахарев в данном случае проходит до центрального круга, и потом уже длинная передача следует налево на Даниила Левко, располагающегося там.
Тоже интересный момент, и мы не первый раз наблюдаем такую примерно диспозицию. Сейчас Чехолян мяч теряет и не вступает в борьбу, отодвигается назад, и тут же его страхует, помогает, начинает цепляться Никита Стрельцов. Да, вот такой момент мы тоже замечали. Чехолян потерял, Стрельцов вступил в отбор. Партнера прикрывает, подчищает возможные огрехи. Здесь снова проникновение в штрафную, и Шарапов там занимает выгодную для удара позицию, ждет передачи. Но она не доходит. Что показывают арбитры? Отворот. Разыгрывает Илья Амосов. Здесь Чехолян ищет адресата. Передача на Баташева. Баташев вот как тоже получается глубоко опускается. Да? Это центральный нападающий наш. Кто же будет впереди, если Баташев уже возле центрального круга? Это обычная ротация. Нападающий опускается, два инсайда поднимаются. Побежали вперед. Да, да, там уже есть Левко, там уже есть Скалиух. Ну, я думаю, что это даже наигрывать не надо. Это само собой должно получаться. Чайка гремят, насколько могут греметь трибуны, и не самые крупные по заполняемости. Ох, сейчас опасно, и удар, и что? Есть ли какое-то решение арбитра, и мяч в штангу попадает, что ж такое? Ох, обменялись абсолютно, даже слов не находится, одни вздохи и междометия в данном случае. Сразу вспоминается момент Тимура Шарапова, который попал в перекладину, когда бил по пустым воротам. И сейчас что-то подобное, только в штангу. Ну, понятно, что немного другой по содержанию момент, но тоже очень волнительно. Такая интересная игра с обилием сумбура с стороны обеих команд. Этим, наверное, не очень довольны тренеры, но, с другой стороны, для болельщиков это так, ну, занимательно, смотрибельно, да, если команды играют четко, по плану, сухо, прагматично, хорошо с подборами, единоборствами и всем прочим, но нет моментов, то это, конечно, не так увлекательно смотрится, как то, что мы наблюдаем сегодня, 3-3, и такие эпизоды, когда мячи попадают в штанги, в перекладины, здесь тащит Амосов, какой красавец, а! Из ближней девятки вылетел просто как кто? Как черт из табакерки, можем мы такое сказать про Илью Амосова? Ну, классно же, да? Ой-ой-ой, ну просто невероятная красота какая-то, прям смахнул действительно мяч из девятки. Ну, если там и чудил Илья местами, то этим моментом, ну, как минимум, одно свое чудачество мог, наверное, себе списать. Здесь еще и попытка через себя в падении была сыграть, да, пожалуй, в исполнении Тимура Шарапова. Замена готовится. Вячеслав Анисимов появляется на поле, меняет Никиту Стрельцова. Выходит номер 2, Вячеслав Анисимов. 57-я минута. Вячеслав становится крайним защитником, а Витис заходит в центр. Да, только я хотел сказать, последует перестроение и подумать, поразмышлять. Никита Семенов все быстро, в момент, пока я записывал номера и минуты, нам разложил по полочкам. Вячеслав действительно обычно в ротации меняет защитников крайних, а здесь менял опорника, да, по сути дела. И кто-то должен был позицию опорника занять из тех парней, кто уже был на поле. И это действительно сделал Витис Чехолян. Судя по тому, что Вячеслав Анисимов располагается справа на фланге обороны. Левко там боролся, не самый высокий, но при этом прыгучий, подвижный игрок. Мяч не выиграл, но борьбу навязал. Здесь Дебушевский развернулся, и такой неприятный обрез мог бы случиться. Вот здесь интересно, здесь Ковтун, там Шарапов, где-то за кадром Амосов, герой недавнего эпизода. И опять в спину.
Опять в спину попадает мяч. Но это тот самый Сумбур, о котором мы говорили, да, вот такие моменты. И иногда единоборства проиграны, подборы как-то не всегда удаются. И еще и такие отскоки, рикошеты, которые добавляют игре некоторой непредсказуемости, что ли. Передача, Баташев принимает мяч и бить будет справа, и бьет, и не фиксирует мяч до конца Тимофей Коваленко, но тем не менее сумел его забрать потом, хотя тут же подоспел Артем Скалюх на отскок. Вот он был рядом, но Тимофей Коваленко опередил нападающего Чайки, и после чего Артем Скалюх в сердцах стукнул ногой по штанге. Схватился за спину Владимир Скляров. Скляров, так вернее, так отмечено в протоколе. Проверяли ему ударение у представителя футбольной школы имени Леонида Слуцкого, чтобы всех правильно называть. Заводится Данил Левко. С карточкой уже бежит арбитр. Дает ее 34-му номеру как раз Владимир Скляров. Получил предупреждение. Ее получил номер 34, Владимир Скляров. Вообще без замен пока действуют гости, что интересно, да, потому что там, ну, во-первых, список исполнителей побольше, ровно на одного игрока. Во-вторых, у Чайки среди заявленных запасных, коих 6, один вратарь, Максим Косарим, и еще и травмированный Тороп. Здесь очень старался Иван Старков. Сам проходил, бил. То есть для ротации возможностей у Петра Костенко и Юрия Дедюка поменьше, чем у тренерского штаба футбольной школы имени Леонида Слуцкого. Но гости пока действуют без замен. Пауза небольшая, чтобы попить воды, освежиться, остудить пыл. 20 минут игрового времени во втором тайме позади. Половина второго тайма. Пользуясь паузой, заглянем в Песчинокопское. Что же там? А там по-прежнему 0-0. В матче между и Чайкой и Аланией 2 главная команда принимает гостей из Владикавказа. Есть желтые карточки, каждая из команд по одной показаны главным арбитром, но нет пока забитых мячей. А у нас их целых 6. Вот он, удар Тимура Шарапова, когда мяч скакнул мимо Ильи Амосова и попал потом еще и в перекладину. А здесь удар, с которым справляется Тимофей Коваленко. Никита Стрельцов, оказавшийся на газоне. Этот момент, в котором было положение вне игры. И вот момент тоже, да, когда бил Стрельцов, подставлял ногу Баташев. Но все это не так ярко, как вот этот полет. Просто Человек-паук какой-то, да, сейчас. Есть какое-то у Амосова прозвище в команде? Амос. Кроме того, что он Амос. Ну, этого достаточно, пожалуй, действительно. Старков собрал вокруг себя соперников, увлекся обыгрышем. Думал, наверное, что как Манекенов обведет соперников. Не вышло, мяч потерял и в итоге подобрал, подработал. Здесь Данил Левко. Передача на Кондрашенко. Кондрашенко на право переводит, там Анисимов у нас свежий есть. И снова подкат в исполнении Алексея Ковалевского. Но в итоге от Чехоляна мяч, да, ушел, судя по всему. Раз назначается удар от ворот, Тимофей Коваленко. Баташев в окружении троих игроков, такой треугольник его поймали, по сути, да, как на тренировке. Пытался мяч принять, отскок, и в итоге один против троих соперников.
Макар Журавлев будет вводить мяч из-за боковой. Петр Алексеевич Костенко на наших экранах спиной спокойно наблюдает за игрой. Здесь Баташев поборолся. Набирает скорость Ратмир и уходит ли. Пытается уходить от соперника. Сохраняет мяч. Хорошо для своей команды. Да, так сейчас умело действовал Старков. В центр здесь Кондрашенко чуть назад. Анисимов. Поменяли фланг атаки и широко старается человека действовать сейчас, да, смотри, как растягивают. И передача безадресная. Ну, точнее, она-то не безадресная, она точно по адресу к сопернику. Выбегает из-за спин защитников Шарапов, откуда силы у него есть на это. Здесь Амосов спокойно все забирает. Снова Старков в центр. Баташев запускал на Чехоляна, но здесь прочитал все Алексей Ковалевский. Ну, пока счет 3-3, и он вряд ли устраивает Чайку, потому что команда наверняка планирует играть на победу, дома уж точно, и пока что... Только одна ничья есть у Чайки в послужном списке. Все остальные матчи завершались победами. Буквально только что заметил, что Аветис стал правым нападающим. Ратмир опустился в центр, а Артем стал центральным. Давайте присматриваться. И переходил в атаку. Да, действительно, в группе атаки на фланге играл Чехолян в одной из предыдущих домашних игр. По-моему, как раз с Академией футбола Краснодарского края. Да, да. Да, он как раз занимал позицию в атаке справа. В первом круге, я думаю, это замена последствия тому, что в первом круге, когда мы обыграли Академию Ротор 1-0, Аветис стал правым нападающим, и из-за этого мы забили гол. Очень для нас важный. Ну, а Никита Стрельцов, уступивший место Вячеславу Анисимову, его позицию занимает в данном случае как раз Ратмир Баташев. В центре нападения Артем Скалюх. Ну что же дальше будет, давайте смотреть. И влетает мяч в сетку ворот. Все-таки замер. Я затаил дыхание, думал, как же дальше игра повернется. Повернулась таким образом, что Арсений Сафонов выводит свою команду вперед. На выходе попытался сыграть Илья Амосов. Отбил мяч и прямо на ногу Арсению Сафонову. Против него попытались сыграть два игрока. Они... Один закрывал угол, другой там под удар подставлялся. Но в итоге пробил точно, нашел свободное пространство по направлению к воротам, пробив Сафонов. Красавец вывел свою команду вперед на 67-й минуте. Ну и остается играть 13,5 минут, получается так. Чайке нужно отыгрываться. Ну и это будет сенсация, если Чайка уступит, то это будет первое поражение лидера группы Б. Поэтому нужно отыгрываться, есть еще время на это. Есть ли силы, хватит ли сил, хватит ли мыслей, задумок. Но концовка нас наверняка ждет очень яркая и красочная. Что сейчас должна делать команда? Как тебе кажется, как перестраиваться, в чем прибавлять, где могут быть сильные места у Чайки, слабые места у футбольной школы имени Леонида Слуцкого для того, чтобы поменять положение дел? 3-4 явно парней не устраивают. Самое главное — не сдаваться, идти дальше вперед. Мы уже несколько матчей доказываем, что мы сильная команда. С Краснодаром вытащили ничью, с Ротором победу. И здесь должны. И здесь нужно исправлять положение. Желтая карточка Аветису Чехоляну. На 68-й минуте. Получает предупреждение. Ну, теперь уже нападающий. Игрок группы атаки. Чайки. Замены пошли у гостей. 14-й номер поле покидает.
Арсений Сафонов, тот самый парень, который вывел свою команду вперед, и появляется вместо него 21-й Матвей Наприенко. Замена в составе гостей. Вместо номера 14 Арсений Сафонов, номер 21 Матвей Наприенко. Ратмир Баташев решается на удар и попадает. Что творит Баташев? Можно сейчас... Иван Старков. Старков. Попадает в самую 9. Старков попадает. Спасибо тебе, Никита, что поправил меня. Я чуть в окно не выпрыгнул сейчас. У нас открытое окно на комментаторской позиции. Такой удар. Слушай, ну Старков сколько пристреливался, да? Он в первом тайме два удара, во втором был удар. И это вот получается с четвертого раза. Пушка страшная, Иван Старков приложил точно в 9. На тренировках он такие кладет. Сколько кладет? Сколько может положить за тренировку? Ну, это какой-то космос просто. 4-4. Во-первых, еще 11 минут играть как минимум. Начинают с центра в 8-й раз за матч. Мы говорили, что самый результативный был 7-2. Как раз победа от «Чайки» в Волгограде. И 4-4 играли команды между собой, максимально приближенные по количеству забитых мячей. «Черноморец» с... Как раз, по-моему, с футбольной школы имени Слуцкого или с Ротором. Ну, не так важно. И вот у нас 4-4. Старков молодец. Почему подумал про Баташева? Потому что он же чуть опустился, он стал играть на позиции под нападающими. И вроде бы показалось, что может быть он. Но Старков повыше. Хотя оба такие парни темноволосые. Чуть кудрявые. Ну, красавец какой Иван Старков, а! Это точно претендент на лучший гол тура как минимум. Может быть, даже и выиграет голосование Иван, потому что очень крутой мяч и очень важный для своей команды. Он забил этим ударом невероятным. А вот Руслан Просоченко, например, игрок, который может выйти и атаку освежить. Например, да, сейчас разминается. На выходе играет Илья Амосов. И здесь что будет? Здесь убегать нужно. Где мяч? Мяч у Ильи Амосова. Да, неплохо сыграно. И вот он, Баташев, и на Аветиса снова. Аветис будет подавать, не подает. Ратмиру отыгрывает. Ратмир назад. И Кондрашенко. Стрелять нужно и... Да ладно, попадай. Нет. Как так? Ну, тут все попытались. Тут и Аветис красавец, и Кондрашенко там был задействован. И Старков бил в упор. Еще и Скалюх мог добавить в какой-то момент. Давайте еще раз смотреть за этой атакой. Вот он, Аветис. Вот прострел на Ратмира. Выскочил мяч, Кондрашенко зарядил, защитника попал. Старков в упор и Левко, да, получается, Даниил Левко тут был потом уже ближе всех, рядом с вратарем. Вот удар Кондрашенко. И вот Старков попадает прямо в Тимофея Коваленко. Да, мне кажется, сейчас все схватились за сердце, за голову, за... Любые другие места, в которых нервная дрожь и покалывание возникли в результате этого эпизода. И болельщики «Чайки», и болельщики футбольной школы имени Леонида Слуцкого. Было очень опасно. Правый фланг снова в деле. Здесь замахи ложные Владимир Скляров делает. Вот так разбирается с соперниками Радмир Баташев. Там и в отборе сыграл, и дриблинг показал. В итоге «Чайка» разбегается вперед в свободное пространство. И тут же ответ гостей. Алексей Ковалевский играет в центр. Его подтолкнул соперник и забрасывает вперед на Аветиса Чехоляна. Аветис набирает ход, свободное пространство, будет простреливать или что-то другое придумает. Аветис разворачивается, Катя Тастаркова. Давай, Ваня, стреляй! Стреляет Иван и выше ворот.
Да, вот это жара. Но Иван Старков, конечно, герой последних минут. Его мяч забитый уникальный. И потом еще дважды под удар выкатывали. И здесь, видимо, уже запас везения Ивана иссяк. И очень нервная концовка. Ты как себя чувствуешь вообще? Комфортно. Комфортно. Никите Семенову комфортно. Вот парням, наверное, сейчас на поле не очень после такого количества моментов. И нужно выходить вперед. Хочется выйти на поле, помочь пацанам. Да, и очень важно сейчас в такой, наверное, не проигрывает же команда, да, в навал не сваливаться в сумбурные, неосмысленные атаки, играть через контроль, через хорошие выходы, через свободное пространство. Руслан Парасоченко, Максим Косарим разминаются возле углового флага. Вводится мяч из-за боковой линии. Заброс туда, к линии штрафной. Бахарев борется, спину подставляет. Вперед бросает Старков на Левко. Но, мне кажется, даже если бы это была 4-я, а не 75-я минута, наверное, Левко бы вряд ли так успел бы рвануть далеко. Свисток арбитра. Мяч будет вводиться с половины поля гостей. 5 минут до конца основного времени матча остается. Много моментов было в тайме втором. Были желтые карточки. Были замены. Немного, но были. Были забитые мячи. 3. Напомню, что 3-2 был счет после первого тайма. И в итоге сейчас у нас 4-4. Здесь Бахарев борется, навязывает игру, борьбу, мяч сохраняет. В итоге назад откатывает на Ковтуна. Ковтун. Дебушевский. Четыре минуты остается до конца основного времени. Наверное, также минута 3 будет компенсирована, как и в тайме первом. Ратмир Баташев убирает под себя, меняет направление на Ковтуна. И здесь снова на мяче первом Алексей Ковалевский. Много борется этот парень и очень полезно для своей команды действует. Но тут Вячеслав Анисимов, вышедший на замену, боролся с оппонентом. Аветис Чехолян оказывает первую медицинскую помощь, такую классическую в данном случае сопернику, когда сводят судороги в концовке встречи ноги. И сразу четверо пожимают ему руку за это. Так как здорово, такой прям фейерплей, самый настоящий. 4 игрока в синем благодарят Аветиса Чехоляна за то, что помог их партнеру. Один из них, собственно, тот самый, которому помощь и нужна была. И снова Баташев в отборе. И снова пытается двигать мяч вперед. Направо. Чехолян с Анисимовым пытались отыграться. А в итоге не сохраняется мяч у Чайки. И чуть-чуть вперед подвигается футбольная школа имени Леонида Слуцкого. Тимур Шарапов, ну вряд ли же он будет сам бросать. Конечно, оставляет кому-то из партнеров. Тимур Шарапов идет вперед, чтобы там воротам угрожать, а с мячом Алексей Ковалевский. Бахарев здесь боролся, и Анисимова так просто не пройдешь, даже в концовке. Ну и Анисимов относительно свежий. Вышел на замену во втором тайме. 2 минуты до конца основного времени. Алексей Бахарев.
против Тимура Шарапова. Здесь Алексею достается тоже, да, и держится он за ногу. И двое прибегают помогать. Насколько тяжело вот эти моменты переживать, вот эти самые концовки, когда уже и ноги сводят, и в принципе еще-то дело не сделано. 4-4 это не то, что Чайка устраивает. Как сейчас парням, как ты думаешь, каково им? Парням тяжело, замен нету. Игра очень такая тяжелая. Да, по сути, даже вот Алексей Бахарев сейчас безальтернативный кандидат на то, чтобы остаться на поле, потому что других игроков, по сути, и нет, которые могли бы выйти. Матвей Тороп, игрок, понятно, группы атаки травмированный. Руслан Парасоченко, игрок группы атаки. Мурат Касимов тоже чувствует себя неважно. Кирилл Варенов, также игрок в заявке, но в состоянии здоровья, которое оставляет желать лучшего. Вячеслав Анисимов уже на поле, и Максим Косарим есть в запасе вратарь. Кстати, такой момент у Атлетика был совсем недавно. Диего Симеоне выпустил в одном из матчей предсезонных резервного вратаря в поле. Можно было попробовать Максиму Косариму дать. Кому-то из тренеров в Чайке сыграть в Симеоне, а Максиму Косариму сыграть в поле. Да, Алексею Бахареву, конечно, мы желаем, да что ж такое-то, здоровья и хорошего самочувствия. 5 минут добавлено к этой встрече. И вообще тишина повисла сейчас над стадионом. Вот диктор по стадиону разбавляет тишину. Тут и Старкову спину обрабатывают низ поясницы. Сергей Ванечкин привел в чувство Алексея Бахарева, и поле же нужно покинуть ему, чтобы потом заново в игру вступить по приглашению арбитра после оказанной медицинской помощи. Вот он, Алексей. Ждет сигнала от Игоря Савченко, главного судьи этой встречи из города Ставрополь. Ну и минус один игрок в обороне, когда соперник находится на подступах к штрафной, это, конечно, так себе положение. Но мы видим, что Алексей появляется на поле, возвращается в свои владения и угловой. Вечер совсем уже глубокий такой, опустился на Ростов-на-Дону в свете прожекторов, осветительных мачт и желтых фонарей по периметру стадиона проходит игра. Подача длинная в штрафную, суматоха, и что будет дальше? Дальше нужно отбиваться Чайке и убегать подальше от своих ворот. Пытался ход набрать Баташев, но его наступательный порыв был сорван, но и мяч зато у Чайки остается. Что там у нас? Замена, да, судя по жесту арбитра. Алексей Ковалевский, много отпахавший на своем левом фланге, поле покидает. Вместо него появляется пятый номер, Владислав Гладков. У него такая замена уже под концовку встречи. 5 минут добавлено, 2 из них сыграны, еще 3 минуты. Передача длинная в направлении центра штрафной площади. Там Ковтун и трое против четверых на чужой половине поля. Вячеслав Анисимов просит мяч побыстрее, чтобы ему дали, чтобы можно было максимально оперативно ввести его в игру из-за боковой. Еще есть 2.5 минуты для того, чтобы выйти вперед. Терять только не нужно, мяч нужно сохранять. Алексей Бахарев играет на Старкова. Старков сразу попадает под игрока, который попытался его встретить. И этот же игрок, собственно, сейчас с мячом и уже пытается разбежаться. Гости пытаются, передача на право со смещением в центр. И здесь заброс за спины. Шарапов достанет, не достал Шарапов. И быстро вводит мяч в игру
Илья Амосов, Бахарев смотрит, кому сделать передачу. Вперед запускает. Там есть Скалиух. Скалиух сам разворачивается, принимает. Есть Витис Чехолян рядом. Константин Дебушевский. Кажется, Дебушевский как будто бы и не устал. Так, ну, понятно, что не с той прытью, как в начале встречи, но достаточно быстро бежит и подключается, насколько может. Как говорит Юрий Степанович, защитник должен быть всегда свежим. Ну да, Юрию Степановичу ли не знать. Замена еще одна, да, пошла вторая в компенсированное время. Покидает поле Денис Трофимов. Выходит вместо него Андрей Бекбенбетов, 20-й номер. Баташев мяч сохраняет, двигает его вперед и передачу просит Чехолян, который рядом расположился. В итоге завяз Чехолян в окружении троих соперников, но мяч все равно у Чайки. Здесь Ковтун думает, кому. Бахарева пытается перекрыть Шарапов, находит Анисимова на правом фланге передачи Ковтун. И сохранить мяч нужно. Левко, кажется, это, да, простреливает и с внешней стороны сетки мяч прилетает. Было опасно, выглядело опасно, но в итоге без взятия ворот Даниил Левко, и у него ноги сводят. Но истекают последние мгновения этой встречи. Пять секунд остается до конца времени компенсированного, но были замены. Еще что-то добавит арбитр. Были и вот такие эпизоды, как сейчас, оказание медицинской помощи. Снова Сергей Ванечкин на поле. Но, как мы знаем, только арбитр имеет полное представление о том, сколько нужно доиграть. Ну, как кажется, как минимум на два эпизода с оказанием медицинской помощи и на два эпизода с заменами нужно что-то еще добавить. Но, может быть, парням из Волгограда кажется совсем иначе. Подсказки от Петра Костенко, и слышим мы, что призывает он Аветиса Чехоляна вернуться направо, а Скалиуху быть слева. Да, вот и Руслан Парасоченко появляется на поле уже на истекающей 6-й минуте. Парасоченко вышел. Уходит Даниил Левко. Тимофей Коваленко запускает мяч в направлении центрального круга. И в этот момент звучит свисток Игоря Савченко, возвещающий о том, что закончилась игра заключительная 11-го тура UFL Юг между Чайкой и футбольной школой имени Леонида Слуцкого. Матч завершается в ничью 4-4. Чайка не побеждает, но и не проигрывает в очередной раз. Вторая ничья у Академии футбола имени Ивана Платоновича Чайка. 11 туров, 9 побед, 2 ничьих. И вот такой крупный счет. Никита Семенов, я думаю, напоследок поделится впечатлениями. Коротко о главном. Почему сегодня не удалось победить? Чем был удивлен? И вообще, насколько тебе понравилось и увиденное, и то, в какой роли ты сегодня выступил? Игра мне понравилась тем, что очень много забитых голов. Очень хорошая борьба. Но обидно, что не выиграли. Я считаю, что парни показали свой характер. Ну, это, конечно же, последствия тому, что не основной состав играл. В плане, что у нас игроки травмированы, заболели. И комментатором мне понравилось быть. Но все же хочется... Ждем тебя на поле. Хочется, да, играть. Будем надеяться, что увидим уже в ближайшем туре Никиту на поле. Следующий матч Чайка проведет на выезде. Предстоит сыграть с воспитанниками футбольного клуба Сочи уже в следующую субботу. Ну а мы на этом прощаемся. Я Александр Боровков, Никита Семенов составил сегодня компанию. Мне кажется, Никита красавец, с ролью своей сегодняшней справился на ура. Интересный матч, ничья в Ростове-на-Дону.
Всем спасибо, занимайтесь спортом, будьте здоровы, пока. До свидания.